Привет всем, это Барберспейс и рубрика In The House. Сегодня у нас в гостях Юра Макарычев. Это вокалист группы On The Go. Он сегодня расскажет много новых прикольных штук. Ждем. Ну что, Юр, расскажи о наболевшем. Что тебя беспокоит? Что тебя беспокоит? Как к доктору пришел? На самом деле, сегодня вот беспокойство, оно частично завершилось, и очень так, можно сказать, камень с души упал, потому что последний период был очень напряженный. Мы, собственно, самим себе, да и слушатели уже сдавали наш альбом. И сегодня мы его выпустили, 26 февраля, это как-то знаковый. Слушай, я вас поздравляю, очень круто. Да. Я уже слушал, я сам получил альбом. Ну, спасибо, да. Я могу сказать, что да, это был долгий процесс, и немало стрессов с ним связано в любом случае. И мы рады, что сейчас вот будет выплеск этих эмоций, уже пойдут концерты, мы сейчас активно репетируем, и в воскресенье уже стартует наш тур российский. Вот там много городов наших любимых уже, площадок. И мы готовы уже новые песни сыграть, потому что они очень мощно так дополнят нашу концертную программу. Вот с новым альбомом сейчас покажем. Давай продолжим. Да. Да, и больше информации по поводу альбома твоего. Я помню, там часть и сингл был отдельный, потом это там превратилось в какой-то там еще макси-сингл. Да. Все началось в прошлом году. Был сначала отдельный сингл Wake Up Call, одна песня, в которой мы, собственно, обозначили всю историю, что она началась с новым релизом. Затем был, да, уже сингл из двух песен. Были всякие интересные штуки для наших слушателей, связанные вот с тем, что активность наша возобновилась. Попробовали этот материал в концертах, были небольшие, ну, как бы, туры, как по России, так и выезды в Европу были. Просто нам было интересно понять, вот мы, как всегда, экспериментируем и ищем для себя какой-то и новый звук, и энергию в новых песнях. И нам было интересно, как это пойдет, и вообще, какие будут отзывы, как будет на концертах. И, собственно, на этом мы были сосредоточены, параллельно нарабатывая и как-то компоновали, да, материал для того, чтобы сформировать целиком уже весь альбом. Юр, ты рассказывал про то грандиозное, огромное, времени-затратное и силозатратное видео. Да, мы и наши друзья ввязались в очень серьезную историю в этот раз. Будет сдвоенное такое видео, оно будет, ну, я не знаю, наверное, выйдет за рамки общепринятого какого-то песенного видео. Это будет более развернутая такая история с продолжением и развитием. В общем, это будет необычно для нас, мягко скажем. Это будет такой размах, наверное, скорее присущий какому-нибудь Тимати, нежели группе On The Go. Вот. Потому что очень кинематографичную и красивую историю наши друзья, амбициозные, придумали на все это дело организовать. И пока я видел только трейлер, ребята, некоторые из команды видели примерный премонтаж, и у всех немножко челюсть падает, потому что это, ну, какой-то уже немного новый, интересный. Что там? Ты это... яхты, танцы, там ты деньги кидаешь на загорелые что-то тела. Что-то типа спецназа и каких-то потусторонних азиатских батлов
что-то очень мистическое происходит. Гонки на мотоциклах, катер и очень красивые там ребята задействованы. Просто я прям вау, был в восторге, когда увидел. Так, с нами был Юра Макарычев из группы On The Go. Рассказал много интересного, подстригли хорошо. Качайте альбом в iTunes. Турне весеннее On The Go, Россия. Подписывайтесь в Instagram, подписывайтесь в ВКонтакте, Facebook. Ставьте пальцы вверх, пальцы вниз не ставьте. Пока.